Кимрским отделом Следственного комитета продолжается расследование по уголовному делу в отношении ЧП, которое произошло в конце июля. 24 числа в СК поступил сигнал о том, что в загородном лагере «Салют» сразу у 8 детей обнаружены явные признаки отравления. Сотрудники ведомства отреагировали на эту информацию мгновенно. На место тут же была отправлена бригада специалистов. После поступления данного сообщения следователи-криминалисты Следственного комитета незамедлительно выехали в детский лагерь для осуществления осмотра места происшествия и выяснения всех обстоятельств случившегося. Проведенной комиссией территориального отдела управления Роспотребнадзора по Тверской области проверки организации работы детского лагеря было установлено, что в нарушении требований ЦАНПИН сотрудниками данного муниципального учреждения оказывались услуги по организации питания детей на территории учреждения, повлекших отравление и заражение воспитанников кишечной инфекцией. Следователями регионального следственного комитета продолжается проведение комплекса мероприятий, направленного на закрепление доказательственной базы.